угол Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Недавно кошку Василису тут поставили, потом появился еще кот, забыл, как его зовут. Чего-то его не видно, кстати. Сняли, что ли? Так. Вот там в углу кошечка Василиса. А рядом находится театр музыкальной комедии и магазин купцов братьев Елисеевых. Или Елисеевский. Вот он. Вдали мы видим Аничков дворец. Памятник императрице Екатерине. Сейчас солнце. Российская национальная библиотека, бывшая публичная имени Салтыкова-Щедрина, Невский проспект. И опять Малая Садовая, где демонтируют новогодние украшения. Всем хорошего дня!